Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоурока следующая. Точка Е39 является точкой, которая, либо через которую можно управлять автоматизмом психической реакции. Ну, вы задаете вопрос, как это психическая реакция? Ну, психическая реакция, это можно ответить, допустим, вот так. Вот человек острый на язык. Мы ему задали вопрос, он быстренько ответил. Психическая реакция, это, допустим, реакция человека на ту или иную ситуацию жизненную. Вот. Бывает, вот в народе говорят, вы знаете, вот этот человек вот, ни рыба, ни мясо. Что? Да он с ним ни холодно и ни жарко. Что ни спроси у него, то не он для того, чтобы ответить, думает там вот, вот. А человек, который имеет свое мнение, имеет, скажем так, свое развитие, он сразу же что отвечает резко, вот, доступно, разумно, просто. Вот это и называется, человек управляет своим психической, то есть своей реакцией психики. Многие со мной не согласятся, скажут, ну как это, психика это все-таки связана с высшей центральной нервной системой. Вы знаете, восточная медицина дело тонкое. И вот в восточной медицине важно, насколько просто протекает энергия по этому каналу. Вот насколько легко она движется, насколько легкая она, эта энергия ци в человека, настолько легок человек на подъем. Как говорят, легок на помине. Настолько человек легкий в общении, легкий, быстрый, простый. У него автоматическая реакция легкая. А когда у человека автоматическая психическая реакция заторможена, значит энергия, протекающая в каналах, в 12 меридианах, и не только в меридиане желудка, но и в других меридианах, она имеет грубую форму этой энергии. Ее надо делать более мягче. Вот с помощью точки Е39 Сядзюсю вы можете что? Повлиять на автоматизм психической реакции в повседневной жизни человека и не только. То есть сделать эту энергию более мягкую, чтобы реакция была мягкая, чтобы она не была, скажем так, бурная какая-то, чтобы она не была, то есть не всплескивала в человека эта энергия, а чтобы энергия приходила и уходила, как обыкновенная, простая, речная или морская волна. Пришла, ударилась о камень и спокойно ушла. Пришла, ударилась и спокойно ушла. Так что нужно работать с точкой Е39, ну и укреплять свою психику и не только. Спасибо за внимание.